Привет, меня зовут Коя Акава. Я играю Чиполлино в балете Чиполлино. Приглашаю всех на сцену. Сестра старшая, она занималась балетом. И мама спрашивала меня, ты тоже хочешь заниматься балетом? Мне же 2 года только, я же не все не понимал, конечно. Я сказал да. И вот у меня балетная жизнь началась. Да. Первое выступление на сцене, концерт. И мы показываем свои танцы на сцене. Тогда 3 года было. Было 3 года, и я все вышел на сцену, про танцы все забыл. И в зрителе я нашел свою бабушку, и я помахал ей, да, просто рукой помахал, да. В России просто часто ходят, много людей ходят на балет, смотреть балет, да. А в Японии не так, как кино. Сегодня кино, или завтра балет пойдем. В России, мне кажется, вот так, а в Японии как-то не очень, да. Немногие интересуют балет, за границу. Они репетируют очень много времени, 3 месяца, 2 месяца. Один спектакль получается. И танцует, где-то неделю, 2 недели, один спектакль. Например, «Щелкунчик». А потом следующий спектакль приходят они. А мне как-то это не очень интересно. Мне больше нравится, что русские театры, они такие, да. В этом месяц, «Корсар», «Щелкунчик», «Спящая». Такое много. Это сложно, но мне интересно. Приходилось ли вам плакать из-за своей работы? Да, наверное, когда я понял, что у меня маленький рост, когда я понял, что должно быть что-то такое, серьезный спектакль, должно быть высокий, красивый танцовщик, надо танцевать. Это просто, когда я понял, расстроился, конечно. Все равно это балет, я люблю балет такой, настоящий, да. Большая травма, правда, редко бывает. Недавно тоже я получил травму. Это была репетиция просто. Парни, как раз это была репетиция Чиполлино. Я давно не танцевал. Ребята, полицейские, 4 есть парни, они меня кидают на воздухе. И они просто, я же маленький, легкий, они очень сильно меня кидали, да. Выкинули? Выкинули, да, очень сильно. И я приземлился на руку. И меня сломался, да, рука. Это когда было? Это в августе. В августе? Да, Черная пятница была, да, 13-го. Кого бы хотелось сыграть? Я хотел танцевать просто, не то что сыграть, а танцевать хочу просто
сейчас примера будет тщетная предосрочность, роль колена, да, колено, да. Ну, мне очень нравится этот хореография. Балет шикарный. Все, выход очень такой и технично, и воздушно, да. Я бы очень хотел танцевать, но это просто мечта. Планы особо нет. Просто мы... у нас многие примеры, многие новые работы. Нам это очень нравится, интересно.